Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема урока – обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. Прочитаем слова «лейка», «чайник», «репейник», «сойка». Эти слова можно разделить для переноса, если вы помните, следующим образом. Букву «и» мы оставляем на строке. «Лей» – перенос «ка», «чай» – перенос «ник». Ре, перенос пей, перенос ник, сой, перенос к. А вот если бы нам нужно было разделить для переноса слово пальто, что бы мы сделали в этом случае? Вот мы должны будем сегодня как раз это и выяснить. В словах мягкий знак дружит с разными буквами. В словах коньки, деньки, пеньки с буквой Н. В словах капельки, петельки, угольки с буквой Л. А вот с буквой К почему-то нет. Буква К встает только после мягкого знака. Он пробовал несколько раз вставать после нее, но К не разрешает. Ну, не разрешает, значит, так тому и быть. Мягкий знак примирился с этим и даже подружился с К. Мне даже очень хорошо стоять между двумя буквами Л и К. Будем дружить вечно и никогда не расстанемся. Мне будет веселей. Но вот однажды стала девочка писать эти слова в тетради. Дошло дело до угольков. Слово не помещается. Что делать? Девочка разбила слово на слоги. У-голь-ки. И решила перенести его так. Уголь-перенос-ки. Мягкий знак забеспокоился, заволновался. Не хотел расставаться с буквой К. Стал просить. Не разлучай нас, К, пожалуйста. А как по-другому? У, перенос гольки. Попросил так мягкий знак. Так нельзя, не могу. Правила строгие, не разрешают. Тогда так. У, гол, перенос мягкий знак ки. Снова стал просить мягкий знак. Так тоже нельзя, не по правилам. Тогда так. У, гольк, перенос и. Что ты? Разве так можно? Ты совсем, оказывается, не знаешь правил переноса. Так и пришлось мягкому знаку расстаться со своей подружкой. Потому что правильный перенос у нас вот второй вариант. У, голь, перенос, ки. И мы видим так же, как и буква И, мягкий знак должен остаться на строке. Итак, перенос слов с мягким знаком. Мягкий знак при переносе не отделяется от предыдущей буквы. Например, будиль, перенос, ник, апель. Перенос сины, колоколь, перенос чик, маль, перенос чик, день, перенос ги, коль, перенос сом. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.